И всем привет, с вами Каиса. Я продолжаю проходить Resident Evil Code Veronica X GameCube версию американского региона с улучшенными HD текстурами. У нас есть две эмблемы. Уже есть две эмблемы синих. Мы уходим отсюда из дворца сейчас. Нам нужно золотой ключик отыскать еще. Пока что у нас его нету. И еще кое-что. Ноты для рояля нужны нам. Пока что у нас их нету. Сейчас мы возвращаемся с вами в начало игры. Да, вот сюда прям. Вот этих бандерснач я тоже мог зарезать на самом деле. Но я их почему-то решил расстрелять. Спускаемся вниз. Сейчас будет респаун зомби. Это не очень хорошо на самом деле. Перелезаем сюда, сюда, бежим, 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 бежим. Бежим сюда. Да, тут еще не доделали текстурку. Видимо. И мы выходим. Бежим вот сюда. Не понесем мы гемостатик в этот раз для Родриго. Так, бежим вот сюда. Зомби. Расстреливаем. О, готов. Готов. Так, вставляем вот сюда одну из эмблем. Они одинаковые. Можно любую вставить. Перезарядка. Убиваем, убиваем зомбиков. Отлично. Так, и идем дальше. Да, идем дальше. Заходим вот сюда. Тут сейчас тоже будут зомби. Ты куда? Да ну нафиг так жить. Ну идите к бочке все. Так, перезарядка. Кто там еще не сдох? Ты, да? А ну сдохни отсюда. Тут-то все сдохли? Кажется, все. Так, берем траву. На самом деле можно сходить вот сюда. Сразу сходить. Давайте сдвинем ящик. Отодвинем. Отодвигаем ящик. Замечательно. Берем патроны еще на бочке тут. Синюю эмблему можно эту пока убрать. На самом-то деле. Так, заходим сюда. Что у нас здесь? У нас здесь есть три ленты. Можно взять. Идем сюда. Надеюсь, тут не будет сейчас зомби, хотя...
ну да, зомби тут нету. Я закрыл эти ставни. Забираем отсюда все. И уходим. А, огнетушитель надо с другой стороны еще забрать. Он вроде бы пустой. Потом заберем. Не забыть главное. Так, убираем спрей. Карточка, иди вниз. Гранаты, лента. Так, где моя общая лента? Так, замечательно. Так, и выходим отсюда. Никто не респаунился, замечательно. Заходим вот сюда, в медпункт. Так называемый. Пока никого. Так, берем патроны пистолетные. Тут, кажется, еще что-то. Спрей, по-моему, тут был. Тут... А, тут ничего из предметов нету. Тут не помню. Тут есть дневник. Да, дневник анатомика. Так, чё ещё? Всё, вроде бы всё. Да, тут труп. Он пошевелился. Мы выходим. Тут сейчас будут опять зомби. Надо приготовиться. Где? Ну, лежать быстро. Давайте перезарядимся. Тут у нас есть вот такая вот вещь. Но я не буду ее брать, потому что все равно какой толк, у меня не будет отмычки. Я в этот раз решил без отмычки сыграть. Так, берем здесь красную траву. И давайте сделаем себе смесь. Хотя ладно, возьмем этот кейс, еще уберем просто в ящик. Пофиг. Так, выходим отсюда. И на самом деле сейчас будет не очень радостно все. Потому что будет один бешеный быстрый зомби. И он крепкий, гад. Да, он гад крепкий. Так, выходим. Вот оно. Так, отбегай. Отвали. Отвали. Давайте устроим перезарядку. Да отвали ты! Так, ну кажется, закончилось все. Окей, давайте подлечимся. Так, берем у этого чайника глаз. Так, тут вроде бы ничего больше нету. Идем вставлять этот глаз вот сюда. Так, вставили глаз, замечательно. Спускаемся вниз.
Берем зажигалку. Тут у нас летающие мыши. Так, есть ли еще трава? Я вот не помню. Вроде больше нету. И мы выходим. Выходим дальше. Здесь у нас опять-таки зомби. Да что ж такое-то? Перезаряжаем. А, ты готов уже? Так, этот готов. Ну где ты там? Готовы. Да, все готовы. Замечательно. Все готовы. Тут арбалетные болты. Пачка патронов. Для чего такой вид сделан, непонятно. Может, сюда зажигалку надо? Нет. В общем, не важно. Идем мы дальше. Спускаемся вот сюда. Тут у нас сейчас будет не очень все хорошо, потому что ловушка у нас здесь. Так, давайте осмотримся. Вроде бы больше ничего тут не нету, да? Берем вот этот меч. И началось. Комната заполняется газом. Толкаем эту штуку, чтобы она смотрела лицом на того с мечом, который был. Готово. И вот сюда вставляем меч. Вставляем меч. Дверь открывается. Отсюда вылез зомби. Я не хочу его убивать. Берем ноты. Валим отсюда. Он сейчас за нами пойдет, кстати. Но нам тут больше делать нечего. Так, зажигалка. Иди ко мне. Поднимаемся наверх. И валим отсюда. Больше тут делать нечего. Пойдемте в ящик что-нибудь уберем. Я забыл про вас, ребята. Да куда ты? Респавнились они, козлы вонючие. Я хотел огнетушитель забрать, сходить. Из металлодетектора. Вот здесь вот. Надеюсь, тут не будет сейчас зомби. Или будут? Ну да, они не вылезли. Забираем огнетушитель. И несем в ящик его.
Да, бежим к ящику. Теперь нам надо в тренировочный комплекс возвращаться. Будет. Или... Нет, надо будет в тренировочный вернуться. Так, дюралюминиевый кейс куда-нибудь подальше. Огнетушитель убираем. Спрей убираем. Так, что еще? Лента. Вот эту надо взять штуку. Это пока можно убрать, в принципе. Ключ-карту давайте возьмем. И вроде бы все. Валим отсюда. Не понесем гемостатик, сыграем по-другому. Так, выходим. Выходим. Ребят, вас что-то много как-то. Убегаем от них, от всех. И убегаем, 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 убегаем. Там вот где у нас червяк. Поднимаемся. Поднимаемся. И бежим вот сюда. Тут у нас червь. Такой вот червь. Не очень хороший. Но мы убегаем. Да, тут закрыто. И наша карточка не подходит. Давайте откроем вот эту дверь. Карточкой. И бежим вновь сюда. Да. Так, эмблему я взял. Собаки. Чтоб вы провалились. Ах ты сволочь. Вот тебе за это, козлина ты вонючая. Так, туда пока нет смысла спускаться. Поднимаемся здесь. Здесь у нас закрыто. Опять затемненная область. Это плохо. Так, вставляем эмблему. Как нет? Чего значит нет? Я говорю, вставляем эмблему. Берем карточку, голубую карточку. Давайте сходим вот сюда. Здесь у нас, по-моему, мы можем открыть дверь карточкой Biohazard. Так, надо ли нам... Даже без понятия, вот, если честно. Давайте зайдем. Хотя, ладно, давайте сохранимся. Сохраняемся. И продолжаем.
Давайте возьмем с собой лекарство еще. Какое-нибудь вот такое мощное. Так, выходим. Бежим отсюда. Да, у нас есть синяя карточка. Теперь голубая вот эта вот карточка. И мы спускаемся теперь вот сюда. В подвал. Применяем вот здесь карточку. Отлично. Давайте возьмем пока пистолет. Стоит ли сходить сюда? По-моему, особо-то и не стоит. А, нет, стоит. Тут гранаты есть, гранатомет есть. Там не помню. Я играю без отмычки, значит, мне сейчас эти кислотные недоступны. А что тут? А, тут пачка патронов есть, окей. Ее там можем взять и все, свалить отсюда. Так, открываем еще одну. Дверку. Так, тут гранатомет. Окей, берем гранатомет. На самом деле можно сейчас бандерсначи вкачать этим гранатометом. Но мне интересно их порезать. Ты, тварь, отпусти меня! Давайте подлечимся, плохо дело. Готов, засранец. Вот засранец. Так, берем арбалетные стрелы, 30 штук. Тут у нас ничего, по-моему, больше нету. Тут все сломано. Сюда, по-моему, вообще смысла заходить нету, за Клэр. Если я ничего не путаю. Ну да. Тут дверь закрыта, тревога, тревога. Поэтому валим отсюда. Делать тут ровным счетом нечего. Туда тоже заходить смысла нет, там ничегошеньки. Тогда валим отсюда. Так, поднимаемся вот здесь вот и вот сюда идем. Здесь у нас есть патроны. В этой морде берем пачку патронов. Берем в руки пистолет и заходим в лифт. Заходим в лифт. Куда мы с вами поедем? На первый этаж. А я не помню. На первом этаже у нас что? Там комнатка, комнатка. Нет, на второй этаж едем. На первый пока рано. Так, выходим. Выходим. Используем синюю карту, голубую.
И открываем еще одну дверь. А, она не нужна больше? Ты уверена, игра? Игра уверена, что карточка эта больше не нужна. Но окей, выкинул. Смотри, если обманешь. Так, ну тут я чисто гранатки взять. Не буду я к тому монитору подходить. Смысла не очень много. Берем травы. И здесь у нас вторая, вот это вот, второй гребень. И это еще не все. Смотрим на картину. 1126, код. Все, это все, что нам нужно посмотреть. Выходим из этого. И зомби встают. А, ты готов? Куда пошел? Козлина ты вонючая. Перезаряжаем пистолет. Так, по-моему, тут ничегошеньки нет у нас, да? Или что-то все-таки есть? Ну да, тут ничего нет, смысла ноль тут находиться. Открываем вот здесь вот дверь с другой стороны, как бы, и выходим. Так, я думаю, вот к ящичку сбегать еще разочек. Сбегать к ящичку. Убрать всякий хлам. Убираем еще стрелы арбалетные. Так, убираем пока эту штуку. Гранатомет убираем. Две травы, ну пусть будут две травы, окей. Так, сейчас нам нужно вернуться кое-куда. Да, все-таки затемненное место это нехорошо. Идем сюда. Тревога прошла. Видимо, подойдет наша карточка. Да, она подошла, и она больше не нужна. Выбрасываем ее. Поднимаемся наверх. И заходим. Вот на самом-то деле у нас тут находится товарищ Арбалет. Вот он находится. Тут записка еще товарища Арбалета. И файл. Ладно, возьмем арбалет, пофиг. 1126. Дверь была открыта. Заходим.
здесь у нас есть кислотные гранаты. Берем их, конечно же. Какие-то пробирки. Кого-то укокошили. А, вот отсюда Бандерснач и вылез самый первый. Так, берем картину. И это альбиноиды. Бежим от них нафиг. Вообще бежим отсюда, из этой жизни. Нафиг так жить. Чего? А. Типа, не время осматривать. И это все закрылось, да. Опять тревога. Типа, так, у нас есть картина. Пойдемте отсюда. Снова вот сюда. Нам нужно на первый этаж эту картину отнести. Так, заходим сюда. И спускаемся на лифте на первый этаж. Замечательно. Тут кто-то и остался? Опять? Да вы чё? Так, ну сейчас-то все сдохли. Молодцы. Да, я играю без отмычки. Я и сейчас в этом столе тоже ничего не смогу взять. Тут у нас есть лента. Даже не знаю. Так, давайте повесим сюда картину. И у нас тут макет. Так называемый, тут ящик стола, да. Тут мы берем золотой ключик. И вроде все, да? Ну да. Давайте возьмем ленту. И нам надо в дворец возвращаться. Уже пора, наверное. Выходим отсюда. А, нет. Нет, 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 нет. Я хотел не через здесь пойти. Давайте поднимемся на второй этаж. Я хотел к ящичку сбегать. Убрать кое-что накопившееся. Заходим сюда. Убираем кислотные гранаты.
Так, убираем три штуки ленты, золотой ключик, арбалет. Так, у нас есть вот такая вещица. Давайте... сделаем себе 20 взрывных стрел. Это убираем. Ножик, в принципе, можно... не знаю. Нам вот это понадобится. Вот это пока не очень. Так, давайте сохранимся. Я сейчас хочу пойти червячка ушатать. Если честно, вот. Не знаю, просто желание возникло ушатать червяка. Ха-ха-ха. Бежим. И бежим здесь. Тут у нас по-прежнему тревога, да? Ну да, по-прежнему тревога. Орёт тут, кричит. Это плохо. Так, выходим вот сюда. Я сейчас ушатаю этого червяка. Он меня раздражает немного. Ну где ты, козлина? Умойся. Все. Червяк исчез. Больше он нас не потревожит. Так, тут опять закрыто, да? Ну да. А, ладно, пошлите в дворец тогда. Бежим в дворец. У нас есть ноты для рояля. Так, ту штуку брать пока не буду. Greetings. You must be the lovely Claire Redfield. Who are you? Let's just say that I'm a ghost, coming back to haunt your dear brother. Whisker? It seems there's not much explaining to do, is there? I was the one who attacked this island. Who'd have thought you'd be hanging about? All the better for me. Now that the cat dragged in this nice surprise, your ever so caring brother will definitely show up. I must thank you for being such good bait. I don't know what went on between you two, but you have them all wrong. My brother is not the kind of person you think he is. I despise Chris. What are you gonna do to him? You live a little longer.
Так, идем в дворец. А, хотя стоп. Пойдемте сразу сходим в картинную комнату. Используем ключ, выбрасываем, заходим. Но тут на самом деле все просто. На самом-то деле. Тут сперва тыкаем Веронику. Потом тыкаем Стэнли. Так, забыл, как этого звать. Одного из них Артур зовут, а вот как того забыл. Так, этого... Тыкаем вот этого. И последний Александр. Так, и типа все готово. Берем вазу. Осматриваем ее. И вытаскиваем красного жука, вот этого. Ну, не жука, а, короче, насекомое красное. Так, все, спускаемся отсюда и выходим. Теперь идем играть на рояле. Поднимаемся, бежим вот сюда. И вот сюда применяем ноты. И берем синее насекомое. Уходим отсюда. Так, там сейчас будут бандерсначи. Да-да-да-да-да, будут бандерсначи. Ну, я сохраню их сейчас. Убираем арбалет. Травы, в принципе, у меня есть. Три травы, думаю, хватит. Так, берем ленту. Давайте сохранимся. И продолжаем. Продолжаем. А, там сейчас товарищи зомби пойдут. Да, товарищи зомби. А вот мне пистолет-то может и не хватить. Хотя, ладно, черт бы с ним. Возьмем этот арбалет. Или давайте обычные стрелы возьмем. Пофиг, у нас их дофига слишком. Все-таки бандерснач я хочу почикать ножичком. Так, толпа зомби. Нет, не здесь. Вот немного здесь. А у меня есть зажигалка, ха-ха-ха. Тут же мыши? А, нет, тут зомби. Тут зомби.
Да куда ты палишь? Падла ты, сволочь! Закончился пистолет, черт! Пистолет закончился. Вот козлы. Берем этот арбалет. Так, сейчас будут бандерснатчи. Поднимаемся. Продолжаем тренироваться их резать. Ты сволочь. Так, поднимайся наверх. Пофиг, подлечиваемся. Так, берем арбалет, штуковину эту. Тут у нас зомби, да? Черт. Так, спускаешься, гад. Ты чё? Так, он типа готов. Поднимаемся наверх. Где ты там? Готов. Идем сюда. Тут тоже зомби. Ложись отсюда. Ну, спать. Так, теперь там остались. Так, где еще один? Готов, отлично. Так, идем вставлять жуков, ну этих насекомых. Выходим сюда. И вставляем вот сюда красного. Берем эту пластинку. Так, теперь бежим в другую спальню. Ну, замечательно. Бежим. Открываем, вставляем сюда синего. Вставляем сюда пластинку.
и лезем вот сюда, наверх. По лестнице. Так, тут у нас... Что у нас тут? Давайте покружим, посмотрим. Трава есть. Трава — это хорошо. Так, берем вот эту штуку и отдираем от нее крылья. У этой штуки. Нам нужна только вот эта вот. Вот. Замечательно. Так, тут больше ничего нету. Что-то подзабываю. Ничего больше нет. Вставляем вот сюда вот эту. Так, где вход? Нам нужно еще выше лезть по лестнице. На, лезем. Так, тут какой-то файл вроде есть. Вырезки из газет. Здесь у нас что? Патроны пистолетные. Давайте их зарядим. Тут что у нас? Ленточка. Файл. Можно сохраниться. Так, толкаем вот этот вот... Вот этот вот ящик. Так, тут же у нас ничего нету. Ничего нету. Так, залазим на него и берем тут сверху зеленую книгу. И третий вот этот вот... объект. Гребень или как хотите его называйте. Неважно, спускаемся. Все, пора уходить отсюда. А, куда я заплутал-то, блин? Лестница же здесь. Че я туплю? Спускаемся вниз. Спускаемся. We meet each other at last. A pity I must say goodbye so soon. I am Alexia Ashford. For the pride of the Ashford family, I will kill you. Wait! What's going on? Steve! A secret door! After her! Are you okay? I'm fine. It's just a scratch. Так, мы не можем вернуться назад. И, кстати, кое-что будет, если я попытаюсь... We better check the room over again. Well, just in case. Если я попытаюсь просто свалить отсюда. Нельзя. Ты что там ищешь, Стив? This must be... Second, what just happened? So there never was an Alexia after all. You mean he thinks he's two people?
Okay, that's it. Let's get out of here. Ну да, убираемся отсюда. Так. И продолжаем. Убираемся. Тут больше делать нечего. Спускаемся вниз. И уходим вот сюда. Так, а я взял эту штуку-то взял. Ха, а чё сирена-то не играет? М. Весело, не играет сирена. Чё это значит? Это из-за того, что я не подобрал ту первую штуку, что ли? Ха! Забавно. Так, чё бы убрать отсюда? Чё бы убрать? Лента. Пока не хочу я сохраняться. Так, берем вторую штуку. Огнетушитель. Нет, это все пока не важно. Интересно. Сирена-то не играет. Так, спускаемся вниз. Чё, я типа так могу еще вернуться, если я не беру эту штуку? Так, спускаемся. Тут, по идее, должен был быть Стив сейчас, но его нет. Ха, я могу возвращаться. Оказывается. А чё мне это даёт-то? Червя-то я загасил. Или он, а игра типа думает, что, ну, я гемостатик еще не отнес. Типа, чё ты тупишь? Так, ну тут закрыто, да? Тут по-прежнему. Да, тут по-прежнему тревога. Поэтому тут делать нечего. Ну чё, подбираем тут третью штуку и что-то изменится, что ли? Я не понимаю. Из-за того, что я не беру ту первую штуку. Это забавно, на самом деле. Так, ну давайте возьмем эту третью штуку. Сейчас что-то будет тогда. Self-destruct system What? Has been Alfred's insane. Activated. He's trying to blow All this entire place up. Evacuate immediately. Ага, сирена играет в этом месте тогда. Здорово. Claire. Those must be the main survivors. We'd better get out of here too. Right. Let's go. Так, ну все, бежим. We gotta get to that airport. The self-destruct system has been
это не вскипает, к сожалению. Спускаемся вниз. Едем дальше. Поднимаемся наверх. Стив убежал уже. Так, там сейчас будут зомби, по-моему. Надо вооружиться. Давайте возьмем этот пистолет. Патронов мало, правда, осталось. Можно на самом деле арбалет потратить. А пистолет пока пожалеть. Так, этот сдохший. Ты где? Так, замечательно. Замечательно. Ну, бежим сюда. Да. Вставляем три штуки этих. Запускаем. Заходим в самолет. Поднимаемся. И продолжаем разговаривать со Стивом. Разные варианты есть. Вариант один. Вариант два. Вариант три. И четвертый вариант. Больше нету. Так, берем эту штуку, этот рычаг. Берем ленту. Давайте пока это выложим. Ленту. Так, а что у нас есть? Гранаты, нетушитель. Так, выходим из самолета. И бежим, 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 бежим отсюда, бежим. Кстати, у меня есть подозрение, что могут быть бандерсначи сейчас. Чего-то пока их нет, но обычно они у меня тут бывали как-то вот, когда я первый раз играл. Правда, я с другой, наверное, стороны бежал. До сирены, возможно, это было. Так, мы поднимаемся наверх на этом лифте. Так, бежим сюда.
вставляем рычаг и поднимаем платформу. Так, бежим туда, дальше. Надо взять ключ всего лишь. Так как у меня нет отмычки, я не смогу взять другие предметы. Например, спрей там. Да, вот тут вот, например. Поэтому берем ключик. Так, выходим. И бежим вставлять ключ. Куда его надо вставлять. Спускаемся на лифте. Открываем. Вот сюда вставили ключ. Замечательно. Идем дальше. Здесь у нас надо ящики затолкать. Толкаем ящики. До конца. Вот прям туда засовываем. Берем травы. Две зеленых еще есть. Берем патроны, гранаты. И давайте здесь сохранимся, завершим серию. Так, на самом деле, я бы гранаты не стал бы сейчас тратить. Возьмем арбалет. Думаю, этого хватит. Так, что у нас по травам? Не так уж много трав. Берем ленту. И сохраняемся. Так, берем в руки арбалет. Сохраняемся. Я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующей серии. Пока-пока.